Ребят, всем здорово, с вами я, Трипл, и в сегодняшнем видеоролике я, как и обещал, покажу вам 10 интересных фишек, секретов, багов и особенностей из нового DLC для GTA Online под названием «Ночная жизнь». Говорю сразу, у меня готов материал для еще одного нового топа, поэтому как только мы набираем 3000 лайков под этим роликом, я моментально выкладываю для вас еще одну свежую порцию 10 прикольных фишек нового апдейта. Вроде все самое важное сказал, поэтому давайте начинать. Итак, первая фишка на сегодня заключается в том, что если вы одновременно зажмете кнопку гудка и выхода из транспортного средства на новом автобусе по Тибас, то музыка будет играть даже без водителя. Это очень полезная фишка, так как обычно для того, чтобы музыка играла, нужно, чтобы водитель обязательно сидел за рулем. Переходим дальше, и на очереди у нас очень прикольная особенность. Насколько я понял, суть в том, что после того, как вы будете продавать накопленное техниками сырье в вашем ночном клубе, в сейфе будут появляться новые прикольные объекты. Выпивка, фигурки каких-то героев и так далее. В принципе, то же самое происходит и в офисе после многочисленных продаж сырья. Он пополняется деньгами, картинами, выпивкой и так далее. Окей, следующая может быть для кого-то полезная фишка заключается в том, что теперь, наконец-таки, можно поставить точку из спавна ваш транспортный склад. Непонятно, почему это не сделали еще вместе с выходом обновления импорт-экспорт, но тем не менее. На очереди у нас особенность, которую, я думаю, заметил абсолютно каждый из вас. Дело в том, что время от времени можно заметить, как Лазло танцует со световыми мечами в руках. Блин, ну это реально круто. Лазло вообще, как по мне, самый интересный персонаж в ночном клубе. Он постоянно занимается какими-то прикольными вещами, что добавляет нехилой атмосферности в игру. Следующий факт заключается в том, что бизнес-схватки — это некие новые ивенты в открытых сессиях, дают вам возможность попасть в многие интересные локации в GTA Online, например, полицейский участок в Палето Бэй или, допустим, автосалон Симона. Поэтому, если вы не обращали внимания на бизнес-схватки, то теперь, возможно, у вас проявится к ним интерес. Окей, далее по списку у нас небольшая пасхалочка на GTA 4 в The Ballad of Gay Tony. Как вы знаете, Тони был владельцем клубов Мейзона 9 и Геркулес в Liberty City, и именно билборд клуба Мейзона 9 можно разглядеть под столом Гиатони в офисе нашего ночного клуба. Вот такая вот прикольная пасхалочка на прошлую часть серии GTA, но мы переходим дальше. На очереди у нас довольно забавная особенность, которая заключается в том, что если вы выпьете слишком много алкоголя, вы не сможете дойти до максимального уровня танца. На самом деле очень странно, ведь в жизни все как раз таки наоборот. Помимо танцев с игрушечной головой лошади на палке и со световыми мечами, иногда можно заметить Лазло, танцующего на специальной сцене для танцоров, которых мы нанимали за дополнительную плату в наш ночной клуб. Ну и кто-то еще после этого скажет, что Лазло безумно скучный персонаж? Я так не думаю. А вот следующая фишка заключается в том, что на недавно добавленной в игру спортклассики под названием Inu Stafford очень необычно открывается капот. Подобного в GTA Online никогда не было, и, блин, это очень прикольно и необычно. Как по мне, ради одной этой особенности уже можно рассматривать данный автомобиль в качестве покупки. Ну и последняя пасхалка на сегодня связана с фильмом «Угнать за 60 секунд». Дело в том, что в одной из миссий бизнес-схваток вам придется украсть вопит Элли из автосалона Симона, а на номерах у этого автомобиля будет написано Рейн. Именно такую фамилию имел главный герой фильма «Угнать за 60 секунд» Рэндалл Рейнс, который передвигался на точно таком же Ford Mustang Eleanor, на базе которого основан вопит Элли. Ну а на этом, дорогие друзья, у меня все. Вот такими вот 10 интересными фишками, секретами, фактами и особенностями нового обновления я с вами сегодня поделился. Напоминаю, что как только это видео набирает 3000 лайков, я моментально выкладываю новую порцию 10 интересных фишек апдейта «Ночная жизнь» специально для вас. Обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Все важные ссылки на мои соцсети вы найдете в описании. Всем удачи, друзья, и всем пока. Стоп, ты уже уходишь? Посмотри вот эти видосы, они очень интересные и, думаю, тебе безумно понравятся.